Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня очередное видео по листушке. Хочу полистать с вами раскрасочку. Как я уже говорила, у меня появились новые раскрасочки. Мне Ира прислала в посылочке. Ириш, привет! Тебе огромное спасибо! Раскраски. Я знаю, что они уже давно не новые, но мне хочется, чтобы и у меня были также на канале такие раскрасочки, такие обзоры на эти раскраски. Ну и все равно разные люди смотрят. У кого-то, может, девочки видели эти раскраски, у кого-то не видели. В общем, кто-то еще думает, кто-то ищет, может, как раз-таки такой обзор. В общем, я хочу, чтобы у меня на канале были эти обзоры. Я сегодня хочу вам показать две раскраски, потому что они очень тоненькие, поэтому, ну, чтобы не было минутным роликом, решила их две вам сразу показать. Ну, начнем давайте уже тогда, начнем вот с такой антистресс-терапии. Это необыкновенные животные, красивая раскрасочка, она такая тоненькая, небольшая, может быть, чуть меньше формата А4, а может и... Так, есть. Так, это бумага блок офсетная. Объем 16 страниц здесь. Так. Издательство ООО «Триумф». Вот такая вот красота. Здесь очень плотные листы. Ира предупредила. И вот как раз для фломастеров, маркеров самое то. Посмотрите, какая прелесть. Я надеюсь, вам видно. Иллюстрация здесь двусторонняя, но за счет того, что бумага очень прям, слышите, как она вот очень плотная, можно раскрашивать даже фломастерами, может быть, аквамаркерами, в общем, да, в принципе, чем угодно, кому что нравится. В общем, вот такая вот красота. Здесь вот такая лошадка. Дальше у нас идет лисичка. Ну, это, наверное, вот с обложки. Такая вот лошадка красивенная. Здесь очень много внутри мелких деталей, но я знаю, многие девочки, кому сложно такую мелкоту рисовать или не хочется, закрашивают как единое целое. И тоже получается очень, в общем-то, красиво. Следующий разворот здесь рыбки и бабочка. Вот такая прелесть. Здорово. И вот нравится, что здесь все такое, как в рамке. Можно не мучиться с фонами. Ну вот как раз под аквамаркеры, фломастеры будет здорово. Дальше опять же рыбки. И такой вот красивый левушка. Бумага тоже не чисто белая. Но это не страшно, по крайней мере, для меня. Калибри. Смотрите, какой красивый жирафик. Просто прелесть. Дальше у нас кит и бегемот. Такие мимишные прям. Опять лошадь. Смотрите, какая красивая. И вот такой крабик. Ну, конечно, если бы это все было без вот этих вот, не знаю, как это называется, орнаментов, рисунков, было бы куда интереснее. Но это, на мой взгляд, кому-то может нравиться именно вот в таком оформлении. Так что на вкус и цвет. Ну и последняя иллюстрация в этой раскрасочке. Это вот такие красивые фламинго. Класс. Так. Ну вот, может, кому-то интересно по раскраске. Вот такая вот прелесть. Ира, спасибо большое. Ну и вот такой подарок от Иры тоже был. Ира очень любит вот такую раскрасочку. Это альбом для раскрашивания на реке. Издается более 25 лет у художника Шеварев. Такой. Очень она ее любит, эту раскраску. Она тоже тоненькая. Она прекрасно подходит под акварель. И Ира очень любит эту раскраску, очень часто красит у нее акварелью. Ну и вот она подарила и мне такую раскрасочку. Посмотрите, какая прелесть. То есть есть образец, что-то уже начато, как бы тени все задано.
И вам остается раскрасить вот, так сказать, все остальное. Посмотрите, какая красота. Просто шикарно. Вот такая прелесть. Видите, что-то уже раскрашено. Что-то как образцом раскрашено. То есть, я думаю, проблем даже у детей не возникнет с этой раскраской. Бумага, конечно, тонюсенькая, но раз девчонки здесь акварели, значит, выдерживает. Вот такая мимишки утятки с мамой. Вот такая красотень. Следующий разворот — это у нас вот жучки. Жучки-паучки. И вот такой вот рак. Смотрите, какая прелесть. Просто шикарно. Вот такие бобрята. Мама бобриха учит своих бобрят грызть веточки. Очень красиво. Такая добрая, позитивная раскрасочка. Несмотря на свою простоту, она очень классная. Я довольна. Так, у нас еще есть разворот. Вот такая щука и сом. Посмотрите, какая прелесть. Просто шикарно. Согласитесь, такое раскрашивать одно удовольствие. Ну и, как я уже сказала, видите, где-то что-то начато уже, чтобы вы имели представление, как раскрашивать. Ну, опять же, можно и от себя красить. Так, ну и последняя иллюстрация — это кулик. Каждый кулик хвалит свое болото. Вот такая красота. Посмотрите. Очень довольна, очень нравится мне эта раскраска. С огромным удовольствием буду раскрашивать. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылочку на Ирин канал обязательно оставлю под видео. Кто еще не знаком, проходите, знакомьтесь, дружите. У Иры очень интересный канал. Все про раскрашивание, много канцелярии, раскрасок. Также и косметические есть влоги. Прошу прощения, сегодня уже не первое видео просто. И много лайф-влогов, так что найдется на каждого любителя свое видео. Поэтому обязательно проходите по ссылке, знакомьтесь с Ириной. Ну, а я буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых обзоров. Всем пока-пока.